Хей, на связи Виталий Старк, и это новая серия на проекте Online RP, пятый сервер Индиана. Если ты хочешь поиграть вместе со мной, это не проблема. Заходи в описание под этим роликом, скачивай игрушку, заходи на пятый сервер, играй вместе со мной и попадай в мои ролики. Сегодня день начинался с не очень хорошего момента. Администрация пятого сервера на меня начала гнать. Начали вы битву? Хорошо, мы ее начнем, товарищи админы. Передаю привет неадекватному администратору Алексу Стоун. Пятый левел, ё-моё. А знаете что? Я думаю, что мы сделаем битву против админов. Знаете почему? Я вам расскажу почему. Совсем недавно я ездил на машинке и ловил нарушителей. Там, где они сокращают пути, где они ездят по полям, где они нарушают и быстрее обычных игроков, которые ездят по правилам, да, я их там ломал, ну, как обычно, вот, как будни вот этого грузовика бешеного. Так вот, недоадмины, я их назову это так, вот честное слово, это Алекс Стоун, кто еще, Дамиан защищался, да, пятый левел, пятый, и еще многие админы, я вам покажу видеозапись, начинают себя вести неподобающим образом на посту администраторов. Это выявлено тем, что данные люди застоялись на своих админках, и я думаю, пора им уже идти в отставку. Но это только начало. После этого, конечно, они будут возражать, меня не любить, ненавидеть, как это делают сейчас. Но они не понимают всю суть. Они говорят мне и топят за то, что «Ты нарушитель, ты там топишь, герой!» Но они не понимают то, что они делают себе лучше, зарабатывают быстрее, чем обычные игроки. И они мне говорят, что ну вставай, ну га, что ты там? Если б я был у них каким-либо куратором администрации, да даже либо заместителем главного администрации, такие админы, я не считаю, что они высокого ума, нет. Они даже головой не думают, что говорят и пишут. Ну, оскорбление — это детский сад. Вот я просто понимаю, конечно, что взрослые люди не смогут, да, полностью отдавать себя игре, потому что много работы, много задач в реальной жизни, да. И вот такие дети, как неадекватный Алекс Стоун, да, еще кто-то там спасают проекты. Окей. Но теперь... мы будем смотреть за их работой. Потому что я уже снимал ролик, вы можете у меня найти на канале ролик про онлайн РП, где администраторы нарушают. Посмотрите, чем они занимаются. Они еще мне что-то предъявляют. Мы сами справимся и так далее. Когда репорт у них растет очень мгновенно. И бывает такое, что они катаются, развлекаются, а репорт растет. Конечно, вы устроиваете против меня бунт? Хорошо. Тогда мы будем за вашим каждым шагом следить. Я все сделаю, чтобы торжество и правота восторжествовало, ё-моё! Посмеемся вместе. Вы сказали, что дяденька, мне 20 плюс лет, и я занимаюсь фигней. Хорошо, мы займемся серьезными вещами. Ребят, смотрите, как администрация сейчас пятого сервера, это пятый уровень админки, Алекс Стоун пишет. Сначала они мне говорят, что ты делаешь, что ты мешаешь игрокам. Я говорю, разложил им по полочкам по поводу того, что это разве работяги, которые нарушают правила дорожного движения и быстрее получают деньги, чем другие игроки. И он мне пишет, типа, ну что ты можешь мне сказать, возрастной? Я говорю, ты меня спрашиваешь что-то в игре, пошли созвонимся, по факту разложу. Начинают как дети смеяться, угорать. И потом этот Алекс Стоун пишет, иди нафиг е, ну вы видите. Насмешил, посмотрите, просто детский сад, давайте я вам покажу левел админки, Алекс Стоун, пятый левел, и остальные тоже админы, просто подобающие его образом, ты тут не устанавливаешь порядок, это точно, короче, ребят, вы видите, я не понимаю, Виталий Старк, медиапартнер, короче, вот эти игроки, да, админами, которых называют сейчас, они неправы. Я мешаю тем игрокам, которые нарушают правила дорожного движения. А те, кто едет по правилам, они спокойно работают и зарабатывают. И я думаю, что должен в этом разобраться главный администратор. Смотрите, нафиг ты базаришь, Виталя, взрослый тип.
Тэпни к себе. Сейчас поговорим. Видите, как они общаются? А я просто сказал, админы неадекватные 5-го левела. Вот это честно, это выводы из того, что они оскорбляют. И что, лицо мне разобьешь в игре, видите? Просто клоунада на уровне детского сада. По-другому никак не скажу. Тэпни. Чего сложного? Как 5-й левел админки, послушаю умные слова. Да, по идее, администратор должен меня был телепортировать. Смотрите, и вот еще один 5-й левел ржет. Ха-ха-ха. Ребята, ну вы сами видите. Пускай это будет на всеобщее обозрение, потому что будете вы делать, какие услышать хочешь. Ну, наставление, что я неправильно делаю, как старшие админы, вы это должны сделать. Тут такое же общение, это игра, чувак. Ребят, ну вы видите, да, работу, допустим, взять меня на другом проекте, да, как я выполняю свои, тебе уже сказали, матом и крутизной. Просто бредятина. А объяснить по пальцам. Тебе нормально сначала сказали. А я объяснил нормально, то что это не это не обычные игроки-работяги, а нарушители. Ты не понимаешь. Повторим давай. Я вообще, ну, ребят, вы делайте выводы. Просто, ну, мне смешно на самом деле. Давайте в слежечку зайдем за кем-нибудь, чтобы поинтереснее было. Вот, парнишки, не тому ты ответил. В натуре. Не тому ты ответил. Мне не надо делать. Мне не надо делать указания с матами и т.д. Нужно более ответственно подходить к своей должности. Ты чё, крутой перец или чё? Видите, какие здесь высказывания? Просто пацаны, просто на уровне, не знаю, 9-10 класса, такие просто себя строят ауешники, я вообще в шоке. Ну я чё, не прав? Прав. Я вам показал. Если человек, он должен слушать указания, если что-то неправильно делает. Ты ответил на свой же вопрос. Значит, тут нету. Если извилина позволит, поймешь, о чем я. Ты занимаешься фигней, на тебя репорт летит. Летит от нарушителей репорт, ребята. 200 человек онлайна утром с репортом не справляются. То, что 3 человека на меня репорт написали. Блин, но тебе же пофиг, ты топ-контент делаешь. Слушай, я и с репом помогал по временам, когда время было. А ты ставишь себя сейчас неадекватным и халатным по отношению к посту админа. Пересмотри свои видео. А ты ставишь сейчас себя неадекватным и халатным по отношению к посту админа. Опа. Меня телепортировал. Чё? Так. О, вот это уже интересная движуха начинается. Добрый день. Добрый бень. День. Дамиан. Ну-ка. Расскажите, пожалуйста,
Нарушители – это работяги, которые сокращают пути по отношению к другим игрокам. Я просто не пойму. А другие админы способом оскорбления и неадекватства пытаются доказать, что я не прав. Но, будучи, я на время оставлю термин НРП, суть в том, что вы мешаете игрокам. Именно мешаете. Хорошо, я мешаю нарушителям, таким, как, так, каким у вас же есть админка. Можете с помощью ее выдать наказание. Замечательно. Но, сделав это, они не поймут всей тяжести. Вот сидят и уедут. И потом опять. А можете сюда тэпнуть Алекса? Он ведет себя очень халатно. Оскорбление неадекватное поведение. Да забей. Но на это пока сек. Так, так. Что там писал Алекс? Я просто не видел. Кстати, админ, который нафиг вообще свой YouTube, да как снесет. Я ставлю себя админ. И когда тебе админы говорят, не надо так делать, значит не надо так делать. Мне пофиг на твой возраст, аккуратно. Топово. Тебе сказали норм играть, значит играй норм. Я бы понял, если бы тут были ПК-игроки. Я это слышал. Но тут телефончики, которых и так постоянно крашат. Знаю, но это же не повод нарушать. Так в том-то и прикол. Сокращение пути, езда по полям, есть дороги, по которым ездят правильные игроки. Авто едет не по принципам реалии. Что, фура не может ехать по песку? Может. Хорошо, допустим, я был неправ, каюсь в этом, замечательно, но мне хочется услышать слова извинения неадекватного админа Алекса Стоуна, либо он клоунаду развел. И какого права на пятом левеле он оскорбляет админов младшего уровня? Ну вот так, допустим. Хорошо, я соглашусь, давай так. Так это ты начал заливать про возраст. Вы бы плакали, если бы я был куратор. Так еще извинения просите. Я оскорблял? Кто меня оскорбил первый? Это так и было бы. У вас нету в коллективе понимания понимания субординации. И это ты тоже подтвердишь. Большинство админов страдают фигнёй. И Алекс мне
просто отвечает. Так зачем заливать провод, чтобы... Блин! Потому что как детский сад они себя вели. Короче, я вас услышал, спасибо. У меня уже мозг с ними кипит. Почему я сказал провоз? Потому что они как детский сад писали. Я говорю, сколько вам лет, пацаны? Вы пишете детский сад. Вы... Окей, все, закрыли тему. Я могу быть свободным. Будет вторая часть. Посмотрим, как они работают. Посмотрим. Алекс что-то замолчал. Но у Алекса не одно... Все, удачи. У Алекса просто неадекватное поведение на посту администратора, халатное отношение к админпосту. Старший администратор не имеет права вот так вот оскорблять публично, да и вообще напрямую, да, каких-либо игроков, администрацию, да, младшего уровня. Это вот вы все увидели. Ну, Алексу привет передаем. Увидите Алекса, передавайте ему привет. Все, Виталий Старт на связи. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, пока. 18 репорт уже, представляете, 18 репорта, красавчики.